Накануне наряд департамента охраны задержал местного жителя в Глузке. Он подозревается в грабеже магазина. Фрагмент погони попал на запись видеорегистратора служебной машины. На кадрах видно, как мужчина пытается убежать от милиционеров, перепрыгивая через высокий забор. Позже выяснилось, нарушитель оказался именинником. Денег отпраздновать день рождения у него не было, поэтому бутылку спиртного он взял с прилавка и бросился на утек. Сотрудники нажали тревожную кнопку. Злоумышленника нашли по приметам. Возбуждено уголовное дело за грабеж.